подачу вместе с холодной. Вместе с холодной идет. То есть в систему идет, вот смотри, синяя пилюля подача и горячая холодной. Пилюля. Они встречаются как-нибудь? Да. Вот просто как в матрице, что ты выберешь, синюю таблетку или красную, Игорь Иванович? Да, ну а как, блядь, ты, это же учебный фильм, ты же знаешь, что... Правильно, вот это что за пилюля? Холодная подача холодной воды. Подача куда? Подача на раковину. На раковину подача. То есть отсюда хуярит в раковину, вот с этого соска в раковину холодная вода. А с этого куда что хуярит? Горячая. Горячая вода. Куда хуярит-то горячая? Вот она откуда здесь вода возьмется? Ну, подача будет с водяной магистрали. С водяной магистрали? С водяной, да. То есть с горячей трубы вода с котельной, да? Идет сюда. С горячей трубы она пойдет. То есть с котельной горячая вода приходит вот сюда. На красную. На красную. С котельной горячая вода пришла сюда. Со второго подъема холодная вода пришла вот сюда. Да? Нет, должно быть с одного. С одного. Просто откуда вода-то, блядь, придет? Вот сюда пришла с котельной горячая вода. Правильно? Ну. С котельной горячая вода пришла. Сюда со второго подъема, с двухтысячника, пришла холодная вода. Горячая с холодной. Как их смешать, чтобы не обжечься-то, нахуй? Ну, получается... А водонагреватель нахуя, если с котельной горячая вода сюда приходит? Нахуя вообще водонагреватель нужен? Как ресивер? Нет. А зачем? Чтобы подогревать горячую воду. Поддерживать горячую воду, с которой с котельной пришла, да. Горячая. То есть все-таки вот сюда надо его ставить. Нет, на холодную. А или горячую, может быть. Ну точно? Ну, ты начал мотать на горячую. Может, на горячую и надо мотать? Надо на горячую. А может быть, на холодную? Нет, ну чтобы давление, блядь, если въебет, на подаче. То есть у нас подача. Здесь подача горячей воды, а здесь подача холодной. Значит, тогда на холодную еще. Холодную можно будет перекрыть. Ну, а горячая, если въебет давление, нахуй, ну, этот клапан сбросит. Нет, ты начал изначально на красную пилюлю мотать. Вот я и говорю, давай определимся. Может быть, вот сюда надо или вот сюда? Я хуй за. Тут горячая вода с котельной пришла на нагреватель. То есть она горячая вода пришла, здесь вход получается, правильно? Фу, горячей, да, воды. Да. А здесь вход холодный. Выход уже будет, пойдет уже. Выход холодный. То есть это у нас охладитель, блядь, или нагреватель? Нет, нагреватель. Подожди. Ты чего сгибешь? Вот вход, вот выход. Ты чего начинаешь орать-то? Так, Игорь, вот на эту. Не на горячую, всегда на вход. А тут выходит горячая с котельной. Какая вода с котельной? Не идет горячая вода. Ну, Игорь Иванович, блядь.